В Московской области более 20,5 тысяч доноров крови получают денежные вознаграждения. В этом году сумма выплаты превысила 15 тысяч рублей. Оформить услугу можно в органе социальной защиты по месту жительства или в многофункциональном центре. Для этого нужно подать письменное заявление об установлении ежегодной выплаты. Деньги переведут в течение 10 дней. Но только тем, у кого есть знаки «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». Стать донором может любой гражданин, достигший совершеннолетия. Перед тем, как сдать кровь, нужно пройти медицинское обследование. В Люберцах станция переливания крови расположена по адресу Октябрьский проспект, дом 64. Все вопросы о донорстве можно задать по телефону, который вы видите на экране.